Здравствуйте! Сегодня мы хотим представить вам небольшой комплекс упражнений для тех, кто недавно перенес коронавирусную инфекцию. Все упражнения выполняются в среднем темпе от 3-5 до 10-15 раз, в зависимости от вашей физической подготовки и от вашего самочувствия на данный момент. Если вам тяжело делать 5 или 10 раз, вы можете начать с 3 раз и постепенно увеличивать количество, интенсивность каждого упражнения. Приятного просмотра! А сейчас наше упражнение представит вам доктор Диана Маратовна. Итак, первое упражнение. Ноги на ширине плеч. Одну руку мы кладем на живот чуть выше пупка, вторая рука над грудью. Вдох делаем животом, выдох, выталкиваем воздух из легких, собираем, втягиваем живот. Вдох. Выдох, вдох, выдох. Руки кладем на уровень нижних ребер. Вдыхаем нижними ребрами, выдыхая, мы немножко сдавливаем, как будто мы выжимаем весь воздух из легких. Второй вариант этого упражнения. Руки можно поставить так, если вам удобнее. То же самое, вдыхаем, при выдохе чуть сдавливаем нашу грудную клетку. Третий вариант. Можете обнять себя, при вдохе набираем воздух, при выдохе чуть-чуть сжимаем грудную клетку. Следующее упражнение. Кладем две руки себе на плечи. На вдохе мы приподнимаем плечи и как бы сводим лопатки назад. На выдохе мы переводим руки вперед и пытаемся как бы дотронуться локтями друг до друга. Следующее упражнение. Одна рука лежит на бедре. Вторую руку мы со вдохом поднимаем наверх и вбок. С выдохом пытаемся притянуть к локоть колено. То же самое мы делаем с противоположной стороны. Далее рисуем круг руками. Поднимаем руки через бока вверх на вдохе, на выдохе собираемся и сопоставляем руки. Вновь вдох и сопоставляем локти. Растягиваем обе половины грудной клетки. Теперь упражнение стоя. Ноги на ширине плеч. Одна рука на плече, вторая на поясе. На вдохе поднимаем руку и заводим ее немножко назад. На выдохе пытаемся достать до живота. Вновь уводим руку назад на вдохе, вперед к животу. То же самое мы делаем с другой стороны. И завершающее упражнение. Ноги на ширине плеч. Руки держим внизу перед собой, словно держим что-то на весу. На вдохе набираем воздух глубоко. И на выдохе быстро бросаем вниз. Вновь набираем воздух. И отталкиваем от себя, бросая руки вниз. Это упражнение мы делаем не более 5 раз, иначе у вас может закружиться голова. Ну что же, будьте здоровы! Берегите себя и регулярно выполняйте дыхательную гимнастику.